Удлиненный рабочий день сегодня, рабочая суббота завтра. Налоговики республики вновь проводят дни открытых дверей. Напомню, что подобная форма взаимодействия налоговиков и налогоплательщиков работает уже несколько лет. Если осенние дни открытых дверей приурочены к уплате жителями МРЛ имущественных налогов, то весенние связаны с декларационной кампанией по уплате налога на доходы физических лиц. Дни открытых дверей, по словам специалистов налоговых органов, заметно улучшают статистику уплаты налогов. Именно эта форма признана сейчас наиболее удобной для тех, кому нужно отчитаться о своих доходах за прошлый год. Все меняется. Сейчас годами меняются, и мы поэтому где-то вроде все знаем, но все равно подсказывать всегда нужно бывает в момент какой-то, какие-то моменты бывают. Нужны открытый день, открытые двери, нужны, конечно. Очень нравится, я вот столонная система, еще не ходила. Очень удобно сравниться с прежними годами. Это, знаете, такие очереди, и все. А теперь уже спокойненько талончик берешь, все хорошо. На сегодняшний день ишкаралинцами представлено около 12 тысяч налоговых деклараций по форме 3 НДФЛ, что на 20% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Но, к сожалению, статистика вновь доказывает, что в инспекции в первую очередь спешат претенденты на налоговые вычеты, которые, к слову, могут реализовать свое право в течение всего года. При этом те, кого законодательство обязывает декларировать доходы, обычно затягивают свой приход в органы. Как раз для этой категории налогоплательщиков в большей части и созданы дни открытых дверей. Кому удобно, придут в субботу. Продлен рабочий день и в пятницу. В дни открытых дверей налоговые инспектора помогают заполнять налоговые декларации, дают консультации по получению налоговых вычетов, по декларированию полученных доходов, а также знакомят с онлайн-сервисами Федеральной налоговой службы. Дни открытых дверей в рамках декларационной кампании пройдут во всех налоговых инспекциях республики, включая территориально обособленные рабочие места. Первую волну посетителей здесь встретят 27 и 28 марта. Примерно через месяц дни открытых дверей повторятся. Вторая волна дней открытых дверей у нас они пройдут в апреле. Срок представления налоговой декларации для граждан, получивших доходы от сдачи имущества в аренду, от выигрышей, от продажи имущества, необходимо нужно представить налоговую декларацию не позднее 30 апреля 2015 года. И вторая волна дней открытых дверей с этим как раз и связана. Кстати, все желающие смогут прямо на месте заполнить, в том числе и с помощью специальной программы, и сдать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. С их перечнем можно заранее ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru.